Земля раздора. Жители студеного оврага возмущены. Они не могут проехать к своим домам. Отрезок дороги огорожен забором. Незаконно, уверены люди, говоря о том, что их сосед решился на самозахват. Он закрыл воротами и забором проезд. К нескольким участкам закрыл воротами и забором. И причем сдвинул свой участок на территорию общего пользования. Непонятно, как это получилось, конечно, как произошло это оформление. Есть ли у мужчины права на эту землю, решить должен суд. Глава Самары Елена Лапушкина объясняет, каждый имеет право на свободный доступ к своему жилью и поручила районной администрации и профильным департаментам держать ситуацию под контролем. А жители Самарского района жалуются на шум. На первом этаже их дома находится бар. Громкая музыка до 3 часов ночи не дает спать. Елена Лапушкина согласилась, это неприемлемо. Глава Самарского района Роман Радюков рассказал, что его сотрудники выезжали на место и накладывали штрафы на руководство заведения, а также проводили разъяснительные беседы с собственником и арендатором помещения. Мы, потому что в рамках своих полномочий все, что могли, делали, то есть мы только за 2018 год вынесли через административную комиссию штраф на 90 тысяч рублей на них, плюс у них зимой была отозвана лицензия на продажу алкогольной продукции. Недавно проблема решилась окончательно. Бар съехал, и в доме скоро появится другой арендатор. По заселению ему напомнят о правилах работы вблизи жилых домов. Ожидается, что новые соседи будут вести себя тихо и не побеспокоят жильцов. Артем Устинов, Артем Сулайманов. События.